Гиппопотам из голубого фаянса. Орнаменты на нем не поблекли за 4000 лет. Кристофер, наш очередной проводник, специализируется на тематических экскурсиях, например, по следам литературных и киногероев, связанных с Веной. Следуем по пути Гарри Лайма, героя романа Грэма Грина «Третий человек». Еще большую популярность, чем книга, приобрели радиопостановка, а затем фильм по сценарию Орсона Уэллса. Его действие происходит сразу после войны в Вене, разделенной на оккупационные секторы. Герой расследует тайну смерти своего друга, пересекая разделенный город по каналу. Уважаемые дамы и господа, мы отправляемся к памятникам первых послевоенных лет. В конце этой площади стоит памятник, который венские жители прозвали «Гороховым принцем». Дело в том, что когда советские воины вошли в город в апреле 1945-го, единственным их солдатским провиантом были несколько вагонов гороха. В августе солдатам Красной Армии был поставлен монумент. Но для венцев того времени любой красноармеец был неразрывно связан с горохом.